Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo Y200. И сейчас я покажу вам, как открыть настройки разработчика. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «О телефоне». Здесь мы выбираем информацию о программном обеспечении. И далее мы нажимаем на номер сборки. Нам пишут, что мы стали разработчиком. Возвращаемся в раздел «Настройки». Выбираем раздел «Система». И здесь у нас есть раздел для разработчиков. Можем в него перейти и ознакомиться с настройками, которые тут имеются. Если вы захотите отключить данный раздел, нажимаете, убираете галочку вот отсюда. Выходите из настроек, и данный раздел пропадает. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.